IV веке, во времена правления императора Юлиана Отступника, в Антиохии жил 15-летний юноша Феодор. Был он христианином, и, несмотря на столь юный возраст, был Феодор предан по указу царя жестоким пыткам. Но как же были поражены палачи, наблюдая, как радуется святой во время мучений. Только по прекращению стязаний мученик чувствовал боль от оставленных ран. Не выдержав, истязатели донесли об этом чуде императору, и он, поразмыслив, повелел отпустить святого Феодора. По прошествии времени мученик рассказал, что когда его пытали, являлся ангел Божий и облегчал ему страдания. После пыток же ангел уходил, и Федор начинал чувствовать боль. Святой прожил долгую жизнь, наполненную добродетелями и самоотверженным служением во благо истинной веры. Достигнув старости, он с миром отошел ко Господу. Шестое декабря. День памяти святого мученика Феодора Антиохийского.